пол фридзы сначала срезано. Это получается капельники, да, скажем так, чтобы под ней не затекало, ну, помимо компенсации. А вот пластины, которые держат по ширине, то есть практически до края доведено, то есть она не в свободном полете. Вот она в сборке. А вот капельник. А вот фаски. Много вещей, конечно, недоработано, но путь положен.